Let me tell you the story of Eva. She lost her sight early in life and had to really on her... я не успел прочесть. But listen to the world around her, she was able to imagine what it looked like. Eva's family wanted to keep her safe. If they had succeeded, none of us would be here today. Because this is the story of how she set us free. В общем-то, я поняла, что что-то там с Евой случилось. Ее родители хотели, ее семья хотела ее защитить, а Ева хотела быть свободной. Что-то типа этого. Вы знаете, у меня с английским все хорошо. Тем не менее, всем мур-мяу, меня зовут Мира, мой ник Мобо Филка, и сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Пульс. Она должна в Стиме выйти 20 числа. Мне разработчик дал игру чуточку пораньше, но попросил не выпускать летсплей до вот этого самого 20 числа. Поэтому, скорее всего, вы видео увидите чуточку позже, чем я снимаю это прохождение. Индюшатина очередная, но довольно любопытная. Я уже вижу, что здесь все не так просто. Фу. You can hear me. It's been so long since I could talk to someone. I know you know everyone, I can prove it. Короче, она удивилась это существо, что мы ее видим, она ни с кем давно не общалась и что-то нам хочет доказать. Это я поняла. Да, странно, как-то у нас все рябит в глазах или что с нами? Почему мы так все плохо видим? Очки одень! Хотя я сомневаюсь, что люди плохо видящие, что у них вот такое все черное. Обычно вроде как размытое. А тут прям совсем все плохо. Одними очками это не исправить проблемы явно. Чё ж ты меня так пугаешь? I know you want to talk. Ты чего? I have seen so many of you people take it. No one comes out the same. I wonder why I won't allow you to take. They say they are protecting you. They say they would never let you come back. Это ворона, оказывается, а не просто ворона с одним глазом. В общем-то, что-то она на кого-то там наговаривает, вроде. Они нам говорят, что защитят нас, а наверняка на самом деле это не так. Ничего пока не понятно, что здесь происходит. Игра на английском языке, как вы поняли, и слишком быстро текст пропадает. Это, наверное, для легкоговорящих по-английски данная игра. А вот для нас, простых смертных, кто в английском не бум-бум, довольно проблематично понять смысл, когда все так быстро... Когда весь текст так быстро исчезает. Кстати, я забыла сделать важную вещь, конечно. Я забыла выставить время. Извините, друзья. Такое тоже случается со мной. Так захотелось побыстрее поиграть, что даже забыла выставить время. Вот, теперь все. Все в порядке. Так. А что, здесь тоже все? А выход-то тут где? О. Я что-то не то сделала? You have drowned, you have lost your way in the unknown. Вы потеряли свой путь. Ну ладно. Постараемся больше путь не терять и не падать в непонятные расщелины. Вот это путь может быть. Точно. Вот он наш путь. Что скажешь на этот раз? See, I know you. But I don't know why I fly around this mountain. Searching for you, maybe. I need to bring this course to Japan. If you help me, I can help you find the truth. Can you help me? В общем-то, птица не знает, что она тут летает и зачем это все. Возможно, она нас всю жизнь свою искала. И, в общем, мы ей должны помочь, тогда она поможет нам найти правду. Вот. В принципе, пока все довольно понятно, надо же. Хоть что-то умудряюсь переводить.
О. Вообще, я игрушечку так погуглила немножечко, чтобы понять вообще, что здесь происходит, почему да как. Вроде как мы играем за некого персонажа, который не видит в темноте. Он с помощью как-то эхолокации, что ли, окружающую действительность в своем мозге воспроизводит. В общем-то, мне игра напоминает Beyond Eyes. Ой. Я думаю, что я все не грусь, сам мне просто походить нужно, чтобы я увидела, что уже все загрузилось. Уйди, какая прелесть! А ты кто? Лапулька! Дружок, у меня дружочек появился. Привет, друг! Какой ты смешной! Как бы тебя назвать? Это у нас будешь Мэри. Игра на английском, значит, имена должны быть английские. Мэри! Ой! Мэри, подожди, я случайно тебя выкинула. Стой! Ты где, Мэри? Я не нарочно. Блин, зачем я это сделала? Ой, иди сюда, Мэри. А, подождите-ка, когда мы кидаемся... Ой, еще одна Мэри. Иди сюда, я тебя тоже хочу взять. Ну-ка. Иди сюда ко мне. Дизики лапулечки. Я хочу со всеми познакомиться, а ты Франческа такая злобная, да? Злобная Франческа. Чё ты недовольная такая? Не надо было тебя брать, что ли? Вот сморщилась-то. Ладно, сейчас тебя выкину тогда. Возьму. Вот это добрый Мэри опять. Или это не Мэри? Ты чего? Франческа обозлённая, ты чё за мной ходишь? Они, по-моему, вокруг меня в стадо собираются. Ой. А чё это? Мэри тоже стала какой-то злой. Чё такое? Ты же была доброй Мэри, а теперь ты стала как Франческа. На тебя в огонь посажу. Всё. Чего такие злобные? Я хочу добрую Мэри взять. Во. Эти какие же чёчки смешные. Так, тебя давай возьмем. Ой, а это с хохолком. Это, наверное, Ники. Точно, это Ники с хохолком. Хотя у них у всех хохолок. Почему я только у этого заметила? А нет, у него такие глазки умильные. Все, это будет Ники. Пошли со мной, Ники. Ой, чуть ничего не понятно. Они нам помогают видеть. Ой. Стой, Ники, иди сюда. Ники, возьмись. Ники, ты чего? Вот, возьму Мэри тогда. У-ху! Вот, точно, они нам помогают видеть в окружающей действительности. I had these dreams, if vision, maybe I never know if I'm awake to sleep anymore. Not sure if I ever knew. It helps having someone to talk to. Nothing to worry about, you're going the right way. Короче, мы не должны волноваться о том, что идти в правильном направлении, что-то такое. Ой! Все. Я не знаю, их нужно всех, что ли, собирать или как вообще? Как это все происходит? Зачем они толпами за нами ходят? Не сюда! Злобная Франческа. Это такое стадо. Весело. Пока непонятно, что здесь происходит. Но весело. Кто хочет? Кто хочет, чтобы я его взяла? А? Снова Франческа злобная. В первую очередь в руки прилетела. Злобные Франчески. Ух ты, а там чего? У-ху! Стой! Фух, напугал. I have never liked this next part. Catch you, see you on the other side. Увидимся на другом берегу, что ли? Подожди! Ой, а это кто-то новенький! А нет, глазки открыла, это Мэри. Ну ладно. Что здесь такое происходит? Ребят, вам что-нибудь объясните вообще? Ой, как их там много, блин. А чё они за мной не идут? То идут, то не идут. Го, пацаны, ух ты, а это что? Мы сделали что-то хорошее. Мы сделали что-то хорошее. Так. Здесь вроде... Все.
Ух ты, их там так много, целая толпа малышей. Так, здесь чего? Вы что там прыгаете, пацаны? Весело, у вас тут пати? Я тоже могу прыгать с вами. Пати! Пати хард. Блин, я что-то не понимаю, я назад уже иду. Зачем назад-то? Мне вперед, назад, куда мне? А вот дерево. Может быть, нам нужно... На другом берегу, на другой стороне, он нам сказал, встретимся. Так, может, мы обратно должны уйти, да? Встретимся на другой стороне. О, что я нашла? Эй, два нашли! Что за полоски? Ой, прости, прости, малыш! Я не хотела, я же не знала. Во! Вы что там наверху делаете? Эй, идите сюда, спускайтесь! Ух ты, как много! Я чувствую себя мамочкой с кучей детей. А мы не всех забрали. Они еще мурлыщут. Ой. Ого. Я не знаю, надо ли так или не надо так делать. Непонятно, но забавно. Просыпайтесь, чуваки! Погнали за мной! И моя толпа. Надо, наверное, всех собрать. Я не знаю, я так предполагаю, возможно. Всех их разбудить и с собой толпу собрать. Так, пацаны? Я правильно мыслю-то? Просыпайся! Ты у нас кто? Тоже Мэри? Тоже Мэри. Так. Вот это вообще отпад. Погнали дальше. Ты там у нас чего? Пошли сюда, шли за мной. Все хорошо. Сейчас этого тоже заберем, вашего собрата. Пошли! Эй! Не стой тут! Замерзнешь около реки-то. Идешь? Пошли! О, злобная Франческа. Что-то нам давно Ники не встречался. А чё Франческо-то не хочет за нами идти? По-моему, мы часть потеряли. Вы чё? Го, я ваша мама. Чё вы потерялись-то? Пойдёмте. Ой. И ты пошли. И ты. И вы просыпайтесь. Гоу со мной. Все со мной. О, нашли еще чего-то. Не зря бродим тут. А ты чего там в уголок спрятался? Кто тебя наказал-то? Блин. У меня сейчас от них все лагать начнет. А, ребят! Нет! Не зажимайте мамочку! Выпустите! Фух! Я думала, мне капец. Зажали меня там. Нет, меня реально начало подлагивать из-за них. Что-то их как-то много собралось вокруг меня. Пошли тоже со мной. Нет, ну это вообще жесть какая-то. Не, зря я их собрала. Что происходит? Может, вы тут около огонька останетесь, а я... Я пойду дальше? Армия. Армия смешных мохнатых существ. Так. Мы на другой берег сходили и... Тут как выползти. Ничего толком не нашли. Ну, точнее, как-то не нашли. Нашли еще два каких-то светящихся... Нечто. Но для чего они...
Непонятно пока. Тут мы уже, в принципе, тоже побывали. Ой, они еще и появляются как-то неожиданно. То не было, то вдруг бац. Вылез. По мою душу. Да, часть отстала от меня, походу. Так, не зажимай мамочку, пожалуйста. Вы, может быть, сюда его посадить? Я что-то сделала не то! No! No! Нифига ж себе. Ой, а что-то он боится, по-моему. Что случилось-то? Ты что боишься? Да, здесь что-то и правда страшно как-то. Пацаны. Что здесь реально страшно? Иди ко мне, не бойся, мамочка с тобой, малыш. Так. Странно, а где остальные же? Они тут все попадали сюда, и почему-то никого нету. В каком-то механизме. Где мы? Ты знаешь, маленький? Смешной, конечно. Звук они издают. Так, вот что-то нашли вроде. Еще и мурчат так мило. Прелесть такая. Что за знаки? А, это мои следы. Смотрите-ка, тут мои следы есть, надо же. А вот я не знала. Это, кстати, очень хорошая идея. Хоть знаю, откуда пришла. Ну чего? Маленькая, ты кто у нас? Мэри, Ники, Франческо? Наверное, боязливого надо как-то по-другому назвать. Будешь Бобби? Бобби, не бойся. Так. Бобби, давай сюда обратно. Мы как-нибудь где-нибудь найдем выход. Из этой западни выхода нету. Черт бы вас побрал. Нет, ну реально, где выход-то? Я тут уже все облазила. Бобби, подскажи, где тут выход? Надо как-то, наверное, наверх попасть, что ли. Забраться вот на эти штуки. Маленькие существа. Здесь динозавры селились. А это какие-то маленькие человечки. Мне здесь страшно, Бобби. Где здесь выход-то, Бобби? О, нашла я. Наконец-то. Так. Эх. Ага. А нет, не сюда. Думала, нам накручать еще штуку. А нет. Нам. Нет. А нет, все поняла. Тихо. Блин. Эх. Во. Ого, что-то у нас тут, по-моему, что-то ломается. У-ху. Я вижу лестницу, Бобби. Сейчас выберемся отсюда. С этого мрачного и опасного места.
Ну-ка, покажи мне путь. Один ты денёшенек остался со мной. У меня было столько детишек, Бобби, а теперь только ты. И больше никого. Ой, ой, Бобби, Бобби, не падай только. О. I hate that part. Я ненавижу эту часть. I was here when your brother took his... Чего? He wished you were with him. Did you know he's scared of the dark? It's not dark anywhere for you, not really. Ага, у нас есть брат, он боялся темноты. И что-то с ним случилось, походу. У нас-то темнота, потому что мы ничего не видим. И мы вот только с помощью эхолокации можем определять, где какие предметы. А вот наш брат, он все видел, но поэтому боялся темноты. Вот. Что там такое? О. А это чего? Может, тебя сюда посадить? Не, не хочешь? Не, не нравится тебе тут, да? Ну ладно. О, механизм какой-то. Ой, нет! Прости, прости, Бобби! Бобби, вернись! Я случайно это сделала. Я хотела рычажок как-нибудь. Вот ты тут постой. Нет, Бобби, вот тут постой. Что-то не работает, по-моему. Ну ладно. Так, но все-таки явно что-то нужно делать с этим механизмом. Потому что, видите, проход-то закрыт. Может быть, нужно кинуть как-то на рычаг Бобби? Нет, не работает. Бобби, подскажи, что здесь делать? Может быть, стукнуть? Ой, нет. Повыше. Нет. Как эта штука работает? О! Я же знала, что туда его нужно запихать, просто у меня не сразу получилось. Все, бежим, пока наш там Бобби работает. Прости, Бобби! Но ты теперь в вечном двигателе. Где бы мне найти еще одного пупсика? О! Мэри, привет, Мэри. Сейчас мы тебя тоже туда запихнем, в колесо вечного двигателя. Чего боишься? Ты теперь не Мэри, ты теперь Бобби. Пугливый Бобби. И что мы натворили? Чё тогда натворили? Ой, ну что ж, я думаю, что на этом месте мы с вами остановимся. С вами была Мира Моба Филка. Ставим лайки, комментируем, подписываемся и увидимся в новых видео. Всем пока-пока!